Здравствуйте, друзья! Я на Кипре. Сегодня 1 марта. Сегодня первый календарный день весны. Я специально поехал в сад, где цветут миндальные деревья. И хочу кратенько рассказать об этой природной красоте. Миндальные деревья зацветают первые среди всех плодовых деревьев. Еще нет ни одного листочка, но дерево усыпано все уже цветами. Здесь это большой миндальный сад, где порядка около 100 подобных деревьев. Кто-то сильнее расцвели какие-то деревья, какие-то меньше. Вот это дерево наиболее такое вот в этом регионе обсыпано цветами. Вокруг летают пчелы. Возможно, их слышно, возможно, их видно. Вот собирают уже пыльцу, нектар. А само по себе это дерево, само по себе миндальные, так сказать, деревья, они настолько интересны, что даже они описаны самой большой, самой древней, одной из самых древних книг в Библии. И вот я взял как раз с собой экземпляр Библии, и здесь в книге «Исход», глава 25, написано, что Господь дает указания при строительстве скинии часть украшений сделать наподобие миндального цветка. Глава 25. Но если мы посмотрим на саму эту природу этого дерева, жаль, что я не могу поделиться с вами и сказать, насколько тут этот запах и аромат. Но если тут летают пчелы, то, безусловно, оно у него есть. Некоторые остались некоторые орехи от прошлого года. Вот. Значит, через какой-то небольшой промежуток это все упадет, появятся листочки, и через полгода будет новый урожай. А мы попробуем с помощью современных методов, с помощью летательного небольшого нашего помощника, насладиться всей природой, которая здесь есть вокруг, и показать деревья, показать этот сад, показать эту весну и еще раз всех поздравить с наступлением 1 марта. Наша планета Земля летит в космосе навстречу Солнцу. Уже скоро лето, будет теплое море, и жизнь продолжится. Она обязательно наладится во всех аспектах.